И, видимо, подготовку Василия Куденко снова на McLaren 720S по левой полосе, по правой полосе Audi R8. Да, заезд должен быть интересным, потому что гюрза Audi R8 у нас Stage 3, а McLaren Stage 2, но McLaren изначально быстрее. Но здесь же задний привод. Посмотрим. Артемий, вы так ворвались в эфир внезапно. Я хочу сказать, что вместе со мной сейчас в эфире Артемий. Человек, который знаком, я думаю, зрителям канала Drag Times. Ну и сейчас мы видим, что абсолютно параллельными курсами машины идут по дистанции. Очень близкий заезд. Как красиво! Как красиво! Просто невероятно. Ну, понятное дело, что у Василия здесь был промах по времени реакции. И хороший очень результат. Артем, согласись. 15.4, но он может лучше. Мы верим в него. Василий надеялся спуститься до 15 секунд ровно. До 15 секунд ровно даже? Ну, он уже ехал 15.1 во время тренировочных дней, поэтому он верит в свой автомобиль. Ну, верит в свой автомобиль — это хорошо. Посмотри, какой красивый финиш. Просто шикарно.